Привет всем, с вами Антон, команда Patriots. И сегодня вас ждет особенный выпуск, поскольку из-за моих косяков с монтажом вы пропустили пару фристайловых фишек в отдельных видео. Я решил записать отдельно полноценное видео по фристайл фишкам на турниках, на брусьях, на полу и показать вам, как можно разнообразить ваши тренировки. Поэтому сегодня я специально выбрался на станцию метро Таганская, на вот эту вот площадочку. И вместе с командой Steel Brothers мы покажем вам, как можно простыми способами разнообразить привычные тренировки. Итак, первая фишечка, которую покажем на брусьях, такой фристайл небольшой, связанный с тем, что вы ходите снаружи брусья, затем снова внутрь, затем наружу. Но поскольку сейчас лето началось, то пора раздеваться потихонечку. Зачем ты вплотную руки ставишь? В смысле? Смотри, у меня одна держится, а другая начинает вращать. А если не вплотную и наоборот внутрь сжать? Следующий фристайлик на брусьях. Называется проходка, ее предложил Beast. То есть это в чем? Вы сначала отжимаетесь в начале брусьев, затем проходите до конца брусьев. И здесь снова отжимаетесь. Вы можете так делать один в начале, два, потом три, потом четыре. Можете просто по одному и там, бис делать по 10. Здесь в начале, здесь в конце. И так пока не будет 50. Я сейчас попробую по 5 сделать, просто покажу, как это выглядит. Еще одна фристайловая штучка, еще одна. Я заговариваюсь. Сейчас мы сами будем ее учиться делать. Бист ее делал лет 8 назад. Ну вот. Теперь несколько раз покажешь, и хорошо будет. Пару-тройку. Штука называется элеватор. Вообще она должна делаться на... Когда турник над турником. Но мы же в Москве. Как вы понимаете, у нас нет таких турников. Спасибо Максу Попову. Поэтому приходится делать в стороны. А что делать? Ну что, вы увидели эту фишку, она прикольная. Можете делать ее в обе стороны, просто найдите подходящие турнички. Либо приезжайте в Петрозаводск на мою площадку, там все это есть. Я специально это проектировал. А мы двигаемся дальше, еще больше фристайла. Еще одно фристайл упражнение с брусьями, которое делается, и фристайловые отжимашки. Тоже разнообразие в тренировках, почему нет, давайте посмотрим. Thank you.
Все время Steel Brothers учит людей флажок делать. Но флажок еще рано, поэтому пошли делать фристайлы на брусьях. Итак, мы на брусьях и пора делать еще одну фристайловую штуку. Покажу объединение брусьев и выходов. Отжались на брусьях. И так далее. Отжимание, выход в сторону, отжимание, выход в сторону. Вот такая вот штука. Пробуйте. Подожди. Еще один фристайл элемент, фристайл фишка. Мы наконец добрались до турника. И суть в чем? Не просто подтягиваться, вы можете попробовать, когда подтягиваетесь, написать свое имя по буквам. То есть вы подтягиваетесь по той траектории, по которой идет буква, вот как она пишется, заглавная. Наверное, сложно, да, так понять, поэтому покажу на видосике. Я буду ржать. В общем, уже темнеет. Еще да, я показал вам, надеюсь, вам понравится это видео с фристайлами. Фишки основные, какие я вспомнил. Вот. Если кого интересует, почему написано Nixon на моей маечке, то потому что... И пишите в комментариях, как вам это видео, надо ли больше делать фристайл фишек в основных видосах. Надо ли делать специальные бонусные видео, где делать подборки из фристайл фишек. Мы все читаем, посмотрим, подумаем. И спасибо за просмотр. До встречи на уличных площадках вашего города по трени месте. Пока. Время карельской тренировки. Корейской? Карельской. Мы же в Карелии. Мы в Карелии, думаю, поэтому... В Корее. Карелов. Я только думаю, а что сейчас, корейцы будут. Чё тренируем, Сань, чё тренируем? Как ты там написано? Танцы. У Саши и Татьяны. Ясно, понятно.